Всем привет! Вы на канале «Правильный выбор». Сегодня я расскажу о беговой дорожке Unix Fit MX570Z. Ссылки на магазины, перейдя по которым вы можете ознакомиться с ценами и характеристиками этой модели, вы найдете в описании. Прежде чем обзор начнется, я прошу вас оценить видео лайком и подписаться на наш канал. Если вы хотите получать уведомления о выходе новых роликов, то включайте колокольчик. А в комментариях пишите свое мнение об этой беговой дорожке. Новинка 2019 года с обновленной системой управления, а также с возможностью сопряжения беговой дорожки с мобильным устройством с помощью системы Bluetooth 4.0 и контроля тренировок в специализированной программе. Беговые дорожки торговой марки Unix Fit серии MX разработаны для ежедневных интенсивных тренировок спортсменов любого уровня подготовки. Все модели имеют автоматическую регулировку угла наклона беговой поверхности и улучшенную систему амортизации для обеспечения дополнительного комфорта во время их использования. Для обеспечения максимально комфортной и правильной с точки зрения биомеханики амортизации в данной модели используется 8 эластомеров. Также мощность двигателя увеличена до 2,3 лошадиных сил, благодаря чему максимальная скорость составляет 16,8 км в час, а максимальный вес пользователя 130 кг. Эта беговая дорожка создана для тех, кто любит тренажеры высокого класса. Эта модель объединяет в себе качества, достойные профессионалов, повышенный комфорт и удобная система управления. Дисплей показывает такие показатели, как время, скорость, дистанция, калории и пульс. Также здесь есть 15 тренировочных программ плюс программа Body Fat. Просто выберите ту, которая подходит под ваши параметры, и наслаждайтесь качественной тренировкой. Первоклассная система амортизации максимально снижает нагрузку на позвоночник и суставы. Эта модель оснащена мощнейшим мотором, благодаря которому вы ощущаете легкость и неповторимую плавность бега. А специальная система шумоподавления и защитный коврик под дорожкой позволяют забыть о шуме. Спокойные вы и ваши соседи. Коврик приобретается отдельно. Разгон у этой беговой дорожки такой же мощный, как и мотор. Если вам нравится быстрый бег, то эта модель для вас. Подстаканник – это приятное дополнение к беговому тренажеру, а если их два, то это приятнее вдвойне. Дека толщиной 16 мм позволяет заниматься пользователям с максимальным весом 130 кг. Размер бегового полотна дает вам настоящий простор для движения, бегите так, как вам хочется. Все, что вам нужно для создания правильной атмосферы для бега, это подключить свое мобильное устройство с помощью Bluetooth. Есть и автоматический угол наклона, не забывайте держаться за поручни во время занятий спортом, чтобы контролировать свой пульс. Я проанализировал отзывы пользователей и нашел всего несколько отрицательных. Скрипит. Складывается с большим усилием. Цена. Максимальный вес пользователя 130 кг. Теперь расскажу о положительных отзывах, которых оказалось значительно больше. Складывается без проблем. Достаточно компактная. Есть все нужные программы. Бег достаточно мягкий. Легко перемещать по квартире. Размер полотна. Максимальная скорость бега высокая. Автоматический угол наклона до 15%. Продуманные программы тренировок. На этом обзор подошел к концу. Я надеюсь, он был для вас полезен, и вы оцените мои старания лайком и подпишитесь на наш канал. Также вы можете включить колокольчик и написать комментарий, мне будет очень приятно. Ссылки на магазины с актуальными ценами находятся в описании. Всем пока!